Всем привет! Сегодня мы пойдем с вами в парк Глобы. Сейчас мы проходим мимо театра Горького. Заходим со стороны проспекта Героев Сталинграда. Ой, простите, со стороны проспекта Карла Маркса. И мы пойдем прямо через центральным ходом. Позади нас парк Горького. Вот таким образом. Покажу вам то, что у нас есть напротив Екатериновки. Отреставрированные уже. Этот парк находится на центральной. Он считается центральный парк, то есть в центре города. Мы идем от театра Горького, поэтому сразу же покажу все достопримечательности, которые рядом у нас здесь попадаются. Вдалеке виднеется детская железная дорога. В советское время это был... Она работала. Дети здесь... Именно дети были машинистами, дети были пассажирами. В этот парк можно доехать и железнодорожного вокзала. Здесь ходит первый трамвай прямо от ЖД вокзала. Заходим мы с вами, зайдем через центральный вход. Хочу так именно показать, чтобы можно было больше увидеть. Ну, а пока мы идем, хочу рассказать вам один... Очень много, конечно, впечатлений от того, когда ты входишь в социум сегодня. Такой мемориал при входе в парк Глобы. Веночка, опять же все та же Белочка убежала, пока я показывала вам. А вот она. Видим? Белка. Есть. Постоянно ловлю Белочку в объектив. Постоянно в объектив хочется поймать. Это она! Она убежала, а я ее до сих пор показываю. Вот такая мемориальная доска. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Малиновского. Здесь очень много исторических воспоминаний. Значит, вход в парк – это вот такая вот небольшая площадь. Ну и что хотела рассказать, пока идем в парк Глобы, хочу рассказать сегодняшнее впечатление. Стою, друзья, в банкомате, достала уже карточку. От меня к банкомату буквально каких-то 20 сантиметров. Тут передо мной прошмыгивает девушка в красном пальто, ничего не говоря, раз, быстро карточку. Я вот так смотрю, говорю, выскочек, конечно, я понимаю, что это жизнь, выскочек хватает, но не один раз говорю, относитесь, я себе это постоянно повторяю, относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Я думаю, что никому бы не понравилось, если бы ты уже вот-вот нажимаешь на кнопки, а перед тобой шмых, кто-то и пробежал. Ну, мы уже в парке.
один сапог ростом с половиной меня. Что сказать могу? Мое мнение о парке Глобы. Советский Союз, советский период. Для меня это прекрасное воспоминание, потому что это мое детство. Но молодежь сейчас, они все-таки, наверное, желают лучшего, имеют лучше. Поэтому этот парк уже просится к реставрации давным-давно. Но к нему до сих пор, вот кроме как поставили игровой майданчик, кто-то поставил. Ну, то, что в 90-е годах мы очень хотели, сейчас уже спасибо, что ставят игровые майданчики, игровые площадки для деток. Это замечательно. Парк, конечно, большой. Здесь можно отдохнуть, можно пройти, подышать воздухом. Обычно парки, ну, обычно парки для чего? Они для того и нужны, чтобы мы здесь отдыхали и дышали воздухом. Есть вот такие прыгалки. Прыгалки-лазанки. Я их называю прыгалки-лазанки по деревьях. Сейчас у нас во многих парках устанавливают. Наверное, не только у нас, я надеюсь, во всех городах, областных центрах. Есть такие, у кого есть еще старые, в тех городах, где есть еще старые деревья, там устанавливают. Вот. Хочу сказать, что полазить здесь деткам хорошо, насколько безопасно, не знаю. Всегда надо проверять. Безопасность всегда в наших руках. Никто не отвечает за нашу жизнь, кроме нас самих. Ну и продолжаем наш путь. Сейчас покажу вам издалека. Летний театр, озеро. Раньше там было много лебедей. Сейчас мы к ним подойдем и посмотрим, есть или нет. Вдалеке. Сделаю таким образом, чтобы было видно. И мы сейчас направляемся к летнему театру. Голуби есть. Утки есть, голуби есть. Так, друзья. Поют нам красавицы. Это летний театр. В советское время работал очень активно. Насколько сейчас работает, не могу сказать. Лебедей я не вижу. Голуби летают, есть. Утки.
Ну, что скажем. Мое мнение, конечно, здание требует ремонта. Ну, надеюсь, что когда-то к этому подойдут. Уток очень много. Уток много, их кормят. Раньше здесь было много. Ранее. Уточка, тебя можно сфотографировать для истории. Красавцы! Такой носик у них. Носик интересный, закрученный. Ну чем не релакс? Лепучатся качаточки. Раньше, конечно, здесь было много лебедей. Сейчас идем посмотрим. Мы посмотрим, есть лебеди или нет. Здесь им подогревали водичку. Они здесь оставались на зимовку. Затем вот буквально лет 5 я уже не наблюдаю здесь лебедей. Но утки есть. Но здесь такая перегородка бетонная. Может быть, все-таки потому что лебеди уток всегда бьют. Нет, нет, друзья. Лебедей нет, остались одни утки. И даже были такие мини-скульптурки в виде лебедей, их тоже сняли. Ой, блядь! Если было страшнее, чем писать, что там за шляху у тебя в районе держался, было бы намного страшнее. Парк большой, красивый. Там волейбольная и футбольная площадка. А прямо видна легендарная озерка. Вдалеке. Красивый парк. Пойти отдохнуть от города можно. Ну, конечно, хотелось бы.
вкладывают деньги в те парки. Конечно, хотелось бы, чтобы и этот реконструировали. Ну, я надеюсь, делают. Здесь аттракционы есть. Детям есть где попрыгать, побегать. Колесо обозрения. Это с другой стороны. Рядом стройка. Все везде стучит. Шар лебедей нет.